Благодарю вас за ваш талант и щедрость. У моего мужа Олега сегодня день рождения. Хозяин авиакомпании. Ух ты! Подарите ему, пожалуйста, по секрету. Пожалуйста, будьте счастливы. А, нет, дело в том, что я как-то читал какую-то записку, и такая откровенная записка, я думаю, ох, какой смелый человек эта женщина. И читаю, читаю, сам думаю, ничего себе, вот. И в конце написано, только не читайте вслух. Посреди, но ведь нам заведано, не судьи, так бы жить, не мучиться. Шугать соблазн, как ворона. Но если не получится, не огорчаться здорово. Огнус от заката, костер меж сосен пляж. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.